Баоцзы, городской округ в провинции Шэньси, КНР. История: эти земли были заселены с древнейших времен. Предки дома Чжоу переселились сюда в XI веке до н.э. под предводительством Гугун Даньфу, основав свою новую столицу у подножия горы Цишэнь. В 771 году до н.э. жуны подняли восстание, и в результате их похода чжоуская столица Хао пала. Пин Ван перенес столицу на восток и пообещал цинскому Сянгуну, что тот получит все земли Чжоу, который сможет отвоевать у жунов. Вдохновленный этим, тот развернул систематическую кампанию против жунов и основал царство Цинь, столица которого, получившая название Чиньцан, была основана в 762 году до нашей эры на территории современного уезда Мэсянь в месте слияния рек Цаньхэ и Вэйхэ. В 714 году до н.э. цинский Сяньгун, готовясь к военному походу, перенес столицу из Чиньцана в Пиньян. В 677 году до нашей эры цинский Дэгун перенес столицу в Юн. В эпоху Троецарствия эти места оказались в составе царства Вэй, и здесь был создан округ Фуфэн. При империи Северная Вэй был создан округ Пинцинь. При империи Западная Вэй округ Пинцинь был переименован в Циан. При империи Суй была создана область Цзэчжоу, но затем она была упразднена, и вместо нее опять образован округ Фуфэн. После основания империи Тан вновь была создана область Цзэчжоу, затем она опять была переименована в округ Фуфэн. А в 756 году округ Фуфэн был переименован в округ Фэнсян, который вскоре был поднят в статусе дофэнсянской управы. После монгольского завоевания в подчинении фэнсянской управы не осталось других административных единиц. После Синьхайской революции была проведена реформа административного деления, и области с управами с 1913 года были упразднены. Во время гражданской войны эти места были заняты войсками коммунистов в июле 1949 года, и властями коммунистов урбанизированная часть уезда Баоцзы была выделена в город Баоцзы. В 1950 году был создан специальный район Баоцзы. В 1956 году он был расформирован, а входившие в его состав административные единицы перешли в прямое подчинение властям провинции Шэньси. В 1961 году специальный район Баоцзы был создан вновь. В 1969 году специальный район Баоцзы был переименован в округ Баоцзы. В 1971 году округ Баоцзы был опять расформирован, но в 1979 году был создан опять. В 1980 году были расформированы округ Баоцзы и город Баоцзы, и создан городской округ Баоцзы, административно-территориальное деление. Городской округ Баоцзы делится на три района, 9 уездов.